Вітаю вас у ефірі. Вітаю вас сердечно. Що ж можна сказати? Чи можна зараз говорити про те, що знову Білорусь буде використана як плацдарм російською армією, і чи будуть задіяні у цьому білоруські військовики? Да, мы постоянно комментируем эту ситуацию с вами и постоянно гадаем, примет ли Лукашенко решение о введении вооруженных сил Беларуси в Украину и смогут ли вновь российские вооруженные силы войти в Украину с территории Беларуси. Я думаю, что этот сценарий, конечно же, реален, но реален только при как раз-таки совместном вхождении военных белорусских и военных российских на территорию Украины. Или когда это придет к ситуации, хотя это может быть чуть более отдаленная история, создания совместных вооруженных сил Беларуси и России, о чем сейчас, по нашим сведениям, и идут переговоры на уровне Лукашенко и Путина. Лукашенко публично озвучивает, как бы пытаясь пояснить Путину о том, что у нас и так уже совместная армия, и нет необходимости, как бы он намекает этими словами, создавать что-то юридически оформленное в виде совместных вооруженных сил. То, что сейчас мы вновь наблюдаем активизацию российских вооруженных сил на Беларуси, да, действительно, это так. Это связано и с тренировками на аэродромах. Это и Барановичи, и Лида, и Лунинец, и Бобруйск, и Мачулище возле Минска. Прилетают самолеты Российской Федерации военно-транспортные, приехали поездом летчики российских ВКС Москва-Брест в Барановичах, как раз таки они остановились. Сейчас идут старты с военных аэродромов, самолетов белорусских ВВС с полным боевым комплектом, как раз таки экстренные старты, они тренируют возможность быстрого поднятия военно-летательной техники с аэродромов. Мы видим информацию о том, что происходят тренировки десанта, которые за последние две недели уже превысили годовые лимиты десантирования. Используется десантирование с вертолетов Ми-8. Также мы видим передвижение техники российской, белорусской вновь. Не в тех объемах, конечно, как это было до войны или в период февраль, март, апрель этого года. Но вместе с тем активизация есть. И видим, что российская техника поступает в Беларусь. Когда она достигнет той критической отметки по объему и масштабам, чтобы в Кремле было принято решение о их вхождении с территории Беларуси в Украину. Я думаю, что пока еще нет этого критического масштаба, но то, что это может выглядеть как подготовка, да. Ну и опять же, завершая уже ответ на ваш вопрос, мы понимаем, что Лукашенко продолжает играть свою роль в этой войне. Он участник войны, здесь нет сомнений. Он играет роль, создавая угрозу Украине на направлении с Беларуси, тем самым стягивая украинские вооруженные силы и делает все, чтобы помочь русским в этой войне. Тим не менше, чи є у нього якийсь зараз простір для маневру, аби уникнути цього вже вторгнення повномасштабного? І чи є у нього бажання, аби не брали участь в цьому білоруські військові? Вы знаете, я вот начинаю уже немножко так оппонировать этому тезису по поводу его маневров, по поводу того, что он пытается сквозь капель дождя проскользнуть, пытается играть с Кремлем. Давайте просто для себя примем очень четкое политическое решение и оценку, военно-политическую. Лукашенко готовился к войне, он полностью координировался с Кремлем перед войной, он знал о всех планах, он первый, кто нанес удар по Украине. Это нельзя забывать. 23 февраля в 23:00. Помните, а я сейчас вам покажу, откуда с Украины готовилось наступление. И он нанес этот ракетный удар. Или российские армия, неважно, с территории Беларуси. А только потом вошли российские войска. Далее он предоставил всю военную инфраструктуру, самолеты, ракеты. Порядка 700 ракет было направлено с территории Беларуси в Украину. Это все роль Лукашенко в этой войне. Он участвовал
участник войны. И вот надо на этом как бы поставить исходную базу. Если мы этого не поймем, тогда и у белорусов часто возникает противоречивое восприятие. Так все-таки Лукашенко может быть молодец, но я, конечно, говорю в кавычках. Он же так старается, увиливает от Кремля и не втягивает Беларусь в войну. И белорусы начинают думать, ну тогда действительно он заслуживает какой-то позитивной оценки. Поэтому давайте, может быть, вот придерживаться этой первого базового исходного тезиса. А вот уже участие в наземной операции, это не связано никоим образом с давлением или недавлением Кремля. Я абсолютно в этом убежден. Лукашенко с удовольствием, простите за это слова, давно бы уже вел войска, если бы они у него были реально, представляли какую-то серьезную силу, если бы в войсках было соответствующее вооружение, чтобы у них была мотивация входить в Украину. А ее нет. Это первый тезис. Второе, он боится действий войск. Он, конечно, мы будем реалистами, не надо здесь иметь иллюзий. Есть силы специальных операций, которые пойдут выполнять приказ. Но есть большая часть вооруженных сил Беларуси, которая не хочет умирать и не имеет смысла, и не видит этого смысла. И вот как она себя поведет, вот этого Лукашенко боится. Если же мы пытаемся подавать постоянно тезис, он увиливает от Кремля, от Путина, как будто мы пытаемся его обелить. Для меня, как для политика белорусского, который видит этот ужас и кошмар, творимый Лукашенко в Беларуси и в отношении Украины, но этот тезис не совсем корректным представляется. Давайте вот дадим эту четкую оценку. Спасибо. Так, пане Павле, а що це за удар 23 лютого? Не зовсім я зрозуміла. 23 февраля на заседании Совета Безопасности в последующем, в марте, Лукашенко это сказал публично, а потом он повторил это на встрече в Кремле. Это также происходило в марте. О том, что в связи с тем, что с территории Украины, как он утверждал, готовился ракетный удар по территории Беларуси, он дал приказ нанесения одной, потом двумя, потом оказалось тремя ракетами, ракетными ударами по территории Украины. И это произошло в 23.00, 23 февраля, за несколько часов до начала наземной операции вооруженных сил Российской Федерации. Это он сказал публично, это все зафиксировано на YouTube-каналах, СМИ неоднократно. Так, зрозуміло. Ну, а загалом, якщо говорити про ставлення, то 95% білорусів вважають, що їхня армія не повинна вступати у війну проти України, а людей, які вважають, що Білорусь має взяти участь у військових діях на боці Росії, взагалі небагато, лише 5%. Свідчать про це дані опитування білоруської ініціативи. Згідно з ними, 43% респондентів не підтримують дії армії РФ в Україні. При цьому однозначних супротивників військових дій російської армії 2,5 рази більше, ніж однозначних прихильників – 35 та 14%. Відповідно, ось такі ми зараз бачимо дані. Ну, наскільки взагалом можна довіряти соціальним опитуванням в країні зараз, це по-перше, бо ну, ми розуміємо, що таке диктаторський режим всі. А по-друге, дійсно, що можна сказати про ставлення загалом білорусів до війни цієї? Да, действительно, мы должны понимать, что это проводится социологическое исследование в стране Северной Кореи и Европы. И если спросить, кто за Ким Чен Ыром, а кто против, я думаю, что мы получим с вами 100% результат. Сегодня социологам в Беларуси работать невозможно. Эта наука прекратила существование. И в практике также. Поэтому все эти опросы имеют определенную, достаточно высокую степень относительной достоверности. Но вместе с тем, в определенной степени дают и показатели, какие-то направления движения. Вот почему я говорю, то, что белорусы, например, порядка 50%, по данным этого же опроса, считают, что Лукашенко проводит правильную политику, направленную на то, чтобы не участвовать в войне. Потому что белорусы воспринимают вот этот посыл, что он пытается выкручиваться из-под давления Кремля, не принимает решения о введении войск в качестве базовым. Почему это происходит? Принцип самосохранения, принцип прикрытия одного глаза. Я не знаю, как это еще можно объяснить. Или нехватка информации о том, что реально сделал уже в этой войне Лукашенко. То, что он впустил войска, то, что он открыл границу, то, что он нарушил договор о дружбе с Украиной, договор о государственной границе с Украиной, то, что с территории Беларуси вылетело 700 ракет, что все аэродромы используются для нанесения ракетных авиа- и
вертолетных ударов по территории Украины, так ранее было. То, что ту заходили в воздушное пространство буквально вот 25 июня, в Белоруссии наносили ракетные удары. Все это его, то, что он стягивает войска украинские границы, это вся его роль в войне. Он участник, он агрессор с точки зрения международного права. А вот когда мы сосредотачиваем внимание только на этом тезисе, тогда и получается вот эта противоречивость восприятия у белорусов. Да, белорусы не хотят, чтобы вооруженные силы Беларуси участвовали в войне. И это очень важно, это очень ключевой показатель. Это связано с историей Второй мировой войны, но это связано, в принципе, с ментальностью белорусов. Белорусы, я думаю, что большинство зрителей меня со мной согласятся, они по своему характеру не воинственный народ, не желающий войн, не начинающий войны. И действительно, нету мотивации внутри общества к войне. Вопрос сопротивления действиям Лукашенко, это да, это критичная тема, но здесь Путин и Лукашенко провели подготовку, они уничтожили гражданское общество в стране, они посадили тысячи политических заключенных, уровень репрессий такой, что вот на прошлой неделе, на этой неделе, прошу прощения, молодая девушка, 20 лет, получила 6 лет ограничения свободы 6,5 только за репост антивоенного поста, что она против войны, ей дали 6,5 лет. То есть вы можете представить, какой уровень воздействия государства идет машины Лукашенко против любого человека, который выступает против войны. Только две страны в Европе, где наказывают за цвета украинского флага или за слова «я против войны». Это Россия и Беларусь. Так, і аби от цю тему закрити, 15 липня очікується закінчення навчань військових. Чи можна говорити про те, що ну вони закінчаться загалом, чи буде продовження? Я не думаю, что здесь надо формально смотреть на дату 15 там или 16 июля, когда закончится учения. Я думаю, что до тех пор, пока будет идти война, мы все хотим, чтобы она закончилась как можно быстрее победой Украины, поэтому белорусские герои также воюют и погибают в Украине. Уже 10 белорусских добровольцев полка Калиновского погибло, много ранено. Это в том числе и наша война. Мы, белорусы, против этого, и многие пошли воевать на стороне Украины. Но Лукашенко не прекратит содействие Кремлю до момента поражения Кремля. Мы это тоже должны прекрасно понимать. Он будет его единственным, он являлся, является и будет единственным реальным союзником Кремля в этой войне. Он привел сам себя в эту ситуацию. Он такой человек по ментальности, советский человек. Он желает выстроить опять неосоветский Советский Союз. И вчера, кстати, на своей родине в Александрии на фестивале он заявил, что мы уверены, что скоро украинцы, мы белорусы и русские, будем рады приветствовать здесь украинский народ. То есть у него понимание такое: мы победим Украину вместе с русскими, и украинцы никуда не денутся, приедут в Александрию на наш вместе с русскими фестиваль. То есть это его идеология, и он исходит из этого. Поэтому он и будет продолжать быть единственным союзником Кремля. Конечно, когда будет в Кремле происходить изменения, когда он там начнет изменяться или шататься ситуация, ну тут он, конечно, будет начнет крутиться уже как уш на сковородке. Ну, так, і при цьому ці навчання і білоруську армію зараз загрозою не лише Україні називають про те, що Білорусь ударить по інфраструктурі Польщі в разі провокації Заходу. Зокрема, ми заяви також такі чули. Це заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі, генерал-майор Руслан Косигін, зокрема, говорив, за його словами, Польща, як і країни Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США нібито планують розв'язати в Європі. І ще один кривавий конфлікт проти Російської Федерації та її союзників. Такі відверто радянські штампи у цій заяві. Косигін сказав, що на Заході повинні чітко розуміти, що відповідь Білорусі на будь-яке озброєні провокації однозначно буде адекватною і жорстокою. Пане Павле, на інші країни чи може бути здійснено наступ з території Білорусі? Дуже багато казали про цей Сувалкський коридор до Калінінграду, а тут до Польщі теж не вперше лунають погрози.
Ну, давайте все-таки примем тоже за исходную позицию. Я предлагаю, конечно, я не военный эксперт, но анализируя ситуацию, понимаю, что боеспособность вооруженных сил Беларуси, она низкая. И говорить о том, что Беларусь в состоянии начать войну с Польшей или с Литвой, ну, это нереально на сегодняшний день. Только совместно с Российской Федерацией. Но то, что белорусская армия готова провоцировать и содействовать России в этой войне, мы это видим уже с вами, и это будет продолжено. Генерал Косыгин, начальник ГРУ Министерства обороны Беларуси, фактически развивает тезис, озвученный Лукашенко 2 июля, о том, что у него поступила информация, он даже вообще договорился до того, что с территории Украины летели ракеты, мы их сбили несколько дней тому назад, это он сказал 2 июля. При этом он почему-то провел логическую связь, что месяц тому назад я дал поручение взять под прицел центры принятия решений в соседних государствах, то есть имелось в виду и Киев, а сейчас они говорят уже только о Варшаве, что они приняли решение и навели ракеты на Варшаву, что они навели ракеты как на центр принятия решений, на транспортную инфраструктуру, военную инфраструктуру, главные экономические объекты соседней страны. Но все это вписывается в том числе в антипольскую кампанию, которую развернул режим за последнее время. Но она никогда не прекращалась, но сейчас усилилась в отношении Польши. Это уничтожение польских могил. Только за последнюю неделю-две у нас три примера, когда были просто стерты с лица земли белорусской могилы, захоронения солдат польских, которые похоронены на территории Беларуси. Это закрытие, запрет изучения польского языка в школах на Гродненщине. Это антипольские митинги, которые проходят возле посольства и генконсульства в Беларуси. Например, мужчина, проходя мимо антипольского митинга в Бресте возле генерального консульства, только высказал свою позицию, что ж вы делаете, вы сумасшедшие. Он получил 1,5 года химии, 1,5 года ограничения свободы только за то, что он возразил тем, кто стоял и проводил антипольский митинг. То же самое происходит с руководством Союза поляков в Беларуси. Они задержаны, находятся в тюрьмах. Это все антипольская кампания. Для чего? Для того, чтобы создать информационный претекст, подтекст, что если вдруг что, начали они все первые, а мы только отвечаем. Это главная пропагандистская цель, которую сейчас заводит Лукашенко, его прихвостни и вся белорусская пропаганда. А главная стратегическая цель Кремля, это вписывается в политику Кремля, оторвать Беларусь от Европы. И я скажу как посол в прошлом в Польше, что это всегда деятельность началась через спецслужбы. Всегда Россия была заинтересована в том, чтобы создавать конфликты между Белоруссией и Польшей и отрезать нас от Польши, а тем самым от Европейского Союза. Ну и это, конечно, месть Польши за то, что Польша очень активно помогает Украине в этой войне. То есть это, с одной стороны, говорю, и антипольская кампания, с другой стороны, это и создание информационных условий для возможных, не исключаю возможных конфликтов с Польшей, но локального характера, только по линии государственной границы, без пересечения границы НАТО. На это Лукашенко не решится никогда. Угу. Так, ну, тут ще дуже такий цікавий момент цієї історії участі Лукашенка в цій війні, що, зокрема, у Білорусі до кінця тижня також може і дефолт статися, все через бажання Мінська платити за облігації у білоруських рублях. Зокрема, міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі у наземній валюті до переддефолтного, якщо платежі за єврооблігаціями 27-го року відповідно до початкових умов не будуть проведені до кінця пільгового періоду 13 липня, то Fitch офіційно вважатиме це дефолтом. Отже, ну, фактично зараз також Білорусь всім своїм економічним цим надбанням, яке було за останні роки, платить за бажання Путіна, якщо я правильно розумію. Ну, если мы говорим про дефолт, давайте немножко здесь разделять понятия. Есть дефолт в целом страны, есть внутренний, внешний дефолт, есть дефолт по ряду ценных бумаг. Здесь речь идет о ценных бумагах, выпущенных правительством Беларуси, так называемых евробондов, еврооблигациях, размещенных на международных рынках. Наша команда Народного антикризисного управления еще с 2021 года начала предлагала всем инвесторам продать эти ценные бумаги, потому что было нарушено правило эмиссии.
миссии их выпуска. Они были выпущены в тот момент, тогда, когда в тюрьмах уже сидели лидеры белорусского протеста. И Тихановский, и Бабарико, и очень многие. Это было скрыто от инвесторов. И, кстати, ряд фондов отреагировало на наши предложения. Тогда произошло несколько этапов падения стоимости еврооблигаций на внешних рынках. Сейчас же ситуация связана с тем, что Лукашенко повторил то, что сделал Кремль. В марте месяце он сказал, что мы можем платить по долговым обязательствам в белорусских рублях. Минфин и правительство сейчас реализовали это и заявили об оплате по процентам по еврооблигациям в белорусских рублях, что является нарушением правил обращения выпуска этих ценных бумаг, что может привести действительно к состоянию дефолта по этим ценным бумагам. Это, конечно, безусловно, подрыв доверия к инвестированию в Беларусь. Соответственно, белорусские ценные бумаги уже не смогут быть проданы на третьих рынках. Но, в принципе, это уже невозможно полгода, наверное, год тому назад, когда Европейский Союз ввел соответствующие ограничения финансово-экономического характера. Но это фактически приводит к дальнейшему падению имиджа Беларуси. Он практически нулевой. Никто не будет вкладываться в ценные бумаги. Заимствование Лукашенко не сможет получить нигде, кроме как в Российской Федерации. Никто ему уже в долг денег не даст. Но это еще не дефолт внутренний, который мог бы привести к серьезным внутриэкономическим последствиям, как, например, мы видели сейчас в Шри-Ланке. Да? Вчера мы наблюдали ситуацию. Но это шаг за шагом, к чему идет вся экономическая модель, выстроенная Лукашенко, абсолютной привязки, стратегической привязки к экономике Российской Федерации. Лукашенко жил на наркотической игле Москвы. Он сделал только один центр силы, который может его содержать. Этот центр силы теряет тоже свою силу, и он вынужденно продолжает сидеть тоже на этой игле. У него нет других вариантов получить финансовых вливаний, кроме как из Российской Федерации. Ну а загалом белорусы готові сплачувати своїм добробутом за примхи Кремля? Белорусы, это немножко такой философский вопрос, готовы или нет. До тех пор, пока в Беларуси будет и не будет серьезного экономических потрясений, связанных с невыплатой заработной платы, с потерей рабочих мест, с невыплатой социальных обязательств, пенсий или пособий, когда государство начнет не справляться с этим, а для этого необходимы более жесткие принципиальные санкции со стороны Европейского Союза. Санкции не для того, чтобы привести к этому, а чтобы заставить Лукашенко прекратить участие в войне, что на чем настаивает, кстати, НАТО в своем заявлении, касаясь именно Лукашенко, о чем заявляют и страны G7, чтобы он прекратил репрессировать белорусское общество. Нельзя об этом забывать, про тысячи политических заключенных и невозможности вообще существования ни партии, ни гражданских структур в Беларуси. Вот это фактор принуждения и фактор ответственности. Так вот, когда этот кризис наступит, более серьезно, глубоко, в связи с расширением санкций, вот тогда белорусы, наверное, не захотят уже дальше содержать этот режим, а значит и платить за войну России, за участие Лукашенко в этой войне. Кстати, нельзя забывать, что очень серьезное давление на экономику Беларуси оказывает и то, что Лукашенко без перерыва проводит военные учения, без перерыва покупает дополнительное вооружение. Он вкладывает огромный ресурс в систему безопасности, в Министерство внутренних дел, внутренние войска, систему наказания, весь репрессивный аппарат. Сейчас социальные программы не финансируются или финансируются в минимальном объеме. Печатаются пустые деньги. То есть Лукашенко фактически сам своей политикой и уничтожает экономику Беларуси. Поэтому санкции здесь это еще играют как фактор дополняющий от бездарной политики его правительства и лично Лукашенко. Угу. Все ж таки, як ви вважаєте, чим це все може закінчитися? Внутрі Білорусі? Так. Зокрема. Если мы говорим про краткосрочную ситуацию, то я не думаю, что возможно говорить о каких-то серьезных потрясениях и изменениях. Если мы говорим про среднесрочную перспективу, это становится реальным. Конечно, самым благоприятным сценарием для всех является победа Украины, и тогда это происходит потрясение в Кремле, и это дни Лукашенко сочтены в Минске. Если же мы говорим о том, ждать ли нам этой ситуации, я считаю, что это абсурдная и не
неправильный посыл. Мы должны не ждать, а должны стимулировать. А стимулирование это является, на внешнем фронте добиваться от наших партнеров синхронно вместе с нашими украинскими друзьями расширения санкций в отношении Лукашенко за войну. И здесь, насколько Павле, я знаю... вибачте, так, мушу вас перебити. Про наступні пункти давайте на наступну зустріч з вами перенесемо. Так, на жаль, ефірний час вичерпаний. Павло Латушко з нами був на зв'язку. Дякую.